Сегодня на территории нашего муниципального образования в 24-й раз проходит юношеский турнир по баскетболу, посвященный памяти наших земляков, воинов, погибших при исполнении своего государственного долга в Чечне. Тех ребят, которые, к большому сожалению, не вернулись живыми с полей сражения. Этот турнир для нас особенный и очень значимый, потому что эти ребята росли вместе с нами. Строили планы на свое будущее. Но жизнь оказалась очень короткой. Мы выражаем искренние слова благодарности родителям наших земляков, погибших в Чечне, за то, что они воспитали мужественных, сильных, порядочных сыновей, настоящих героев нашей страны. В этом году турнир особенный, потому что турнир проходит с участием знаменитой команды баскетбольного клуба «Надежда». Эта команда несколько дней назад вернулась домой, в наш родной Оренбургский край, и привезла награду – Кубок Европы. С чем мы вас и поздравляем. Это действительно великая победа. Поздравляю всю Оренбургскую область с получением такой высокой награды и желаю баскетбольному клубу «Надежда» побед в дальнейшем. Удачи вам, девчонки!